Сочи во власти джаза будет 4 дня. Открытие фестиваля началось шествием от Сума до площади Флага. Там 1, 2 и 3 августа пройдут бесплатные концерты. Также концерты состоятся в Зимнем театре и в фестивальном. Хедлайнерами юбилейного фестиваля стали трио американской вокалистки Джейн Монхайт, певец, гитарист и композитор Алан Харрис и его бэнд, а также государственный джаз-оркестр Армении. Все, что мы делаем, мы хотим видеть радостные лица людей, улыбки, их переживания, их эмоции, но эмоции, которые идут от чего-то талантливого и глубокого, которое навсегда. Поэтому, конечно, мы не можем быть вне политики, но мы с той стороны политики, которая объединяет людей. Джаз любят все. И когда на улицах города слышен джаз, сразу же город праздник. И я уверен, что эти 4 дня будут действительно джазовым праздником. И каждый гость нашего города, и наши жители города смогут снова окунуться в эту самую интересную историю. Джазовый фестиваль в Сочи стартовал в 2010 году в рамках культурной олимпиады. Тогда город готовился к зимним Олимпийским играм. С тех пор фестиваль стал не только одним из самых значимых событий в культурной жизни города, но и входит в десятку лучших джазовых фестивалей страны и составил серьезную конкуренцию зарубежным. За 10 лет его посетили более 40 тысяч зрителей.